Она ушла. Мы больше не вместе. Каждый раз, когда я вижу диван, я вспоминаю о ней. Больше нет уюта, тепла. Беспросветно. Я вас понимаю. Но оглянитесь вокруг. Хофф всегда с вами. Сканируйте QR и используйте промокод на скидку. Да. Денис, блин, твою мать! Но две комнаты свободные, ты почему меня выбрал? Да откуда я знаю, блин? Может, это ты под меня залез? Ну, да. Фу, блин, вообще ничего не помню. Помню, на Кирогазе лезть, как второклассники деревенские. Все. В башке звон, как будто два робота мусорку трахают, я отвечаю. Где Мишка? Да я не знаю. Здорово, пацаны. Здорово. А я курить выходил 3 часа назад. Вот только сейчас с кафеля встал. Вы как? Честно говоря, имеется непреодолимое желание выжить сегодня. Мужики, а кто-нибудь похмелялся когда-нибудь в жизни? Я нет. Я тоже никогда не похмелялся. Мне мать говорила, что у нас в семье все запойные. Она говорила: Дениска, если ты будешь похмеляться, то будешь как дядя Федя Пупс. Он просто, ему 46 лет, а он до сих пор в памперсе ходит. Я не похмелялся, потому что я это, ну, я не сторож, я поэтому не похмелялся никогда. Сегодня так дерьмово, ну, пацаны, ну, так не может продолжаться. Так не может продолжаться. Ну, давайте похмелимся тогда. Давай. Только чтобы это общее решение было. Да, что делать-то еще? Тогда давайте. Давай, не хочу так жить больше. Давай, давай. Побыстрее, Денис, побыстрее просто. Давай, 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 давай. Ну, обоссусь так обоссусь. Че? Ну, дядя Федя так говорил. Жарко. Все, инсульт, по-моему, все. Есть такое, есть такое. Стало сильно хуже, сильно. И такое тоже есть. Состояние вообще как в дешевой микроволновке разогрели. Шкура горит, внутри все ледяное. Давайте по второй, пожалуйста. Давайте быстрее. А поможет вторая? Давай пробовать. Что делать-то? Ой, боже мой, боже. Фу. Вот это, по-моему, в цель. У меня улыбка. Сейчас бы сидели, мучились, да? Давайте, тут немножко осталось. Давайте добьем, и я такси уже вызываю. Давай, надо ехать. Давай. 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 Давайте. Денис, твою мать! Я же в той комнате уснул, ты нахрена меня притащил? Ты можешь не орать, как петух, а? Блин, вы что, вчера не уехали, что ли? Да не помню я. Помню, фразу последняя была. Что-то настроение хулиганское. Где Мишка? Фу! Сука! Я хоть раз покурю меньше 5 часов или нет? Подбрасывает, как на космическом батуте. Что за запах, блин? Воняет, блин. Язык, что ли? В натуре язык! Ты, Валера, чё, как? Да как, блядь? Как в GTA на старом компьютере играешь. 2 шага сделал, картинка только потом прогрузилась. Пацаны, я, может, ужасающую вещь сейчас скажу. Вчера после 2 стопок было прям здорово. Ну и классно. Может, вернемся в это здорово, но только на 2 стопах остановимся. Вот, хорошо, что у нас есть человек, который говорит, что делать. Вот, это здорово. Давай, нам такой нужен. Давай, давай, давай. Поможешь, брат? Да, брат, конечно, да.
Твое здоровье. Давай. Наше, наше. На, да. Денис, это ненормально. Это ненормально. Блин, я комнату изнутри на ключ закрывал. Короче, мы уже 4 дня бухаем. Это штопор называется. Так дядя Федя говорил. А где Миш? Приветики, пистолетики. Все, я просто вас дожидаться не стал. Меня в 5 утра сердце разбудило. Я решил похмелюсь, пока вы спите. Ну, что делать, мы знаем. Очень да? советую, очень Пацаны, советую. Подождите, еда. Что еда? Еда, мы ели. Мы когда сюда приехали, мы ели. А сейчас уже 4-й день, у зубов выходной. Надо покушать, просто надо покушать, и все. Давай, ты наливай тогда, я заказываю еду. Ты прав. Давай. Брат, помоги, пожалуйста. Ну, двумя руками, Валер. Вот. Так. А я вот зачем с собой это делаю? Я зачем? Я же, ну, у меня семья есть, я же, я вообще в парке гулять люблю. А я с собой вот это. Ну, сегодня полегче, да? Потому что ели, я тебе говорю. Ну, то есть бухать будем? Денис, ну что за комедия? Ну, конечно, будем. Где Мишка только? Здорово, пацаны, яичницу будете? А? Молчали? Короче, я придумал, мы сейчас едем покупать арбалеты. Ты чё, Миша, блин, опять вперед нас дерябнул? Чё, нет, всё бухло, стоп, неприкольно, нет. Чё ты бодрый такой? Я просто 5 угольных таблеток закинул и всю гадость из меня высосали. Ага. Ты вообще, Мишаня, ниндзя, не палишься, блин. Уголь, давай делись этими угольными тогда. Блин, мало! Давай. Да. Ладно, пойдем. Это, а с пескарем его можно? Ну, если честно, ни разу не видел, чтобы без. Пойдем. Идем. Мужики, представляете, уже целый год прошел с тех страшных событий, как мы в штопор ушли. А все потому, что мы вовремя Бога обрели. И клиника хорошая. Клиника хорошая, да. Персонал очень приятный. Да, персонал хороший. Что там по плану побега у нас? Вот, смотри, я здесь набросал. Просто вот эту вот бабку после ужина надо вырубить, и мы свободны. Но я как раз противень возвращать буду и по голове его. Пожалуйста. Все, сильнее давай, ударь, пожалуйста, я не могу уже здесь. Я не могу. А что такое стандартная процедура? Иногда здесь появляются люди, а потом они исчезают. Смысл стандартной процедуры. Не личная жизнь. 17 октября в 9 вечера. Да я сам в шоке. Премьера на ТНТ.